Друзья, всем привет! Сегодня буду пробовать батончик Милка и Орео. Вот такой батончик, вот такая упаковка. Нам обещают, что будет вот так вот. Здесь все написано, штрих-коды всякие. Открываю. Так. О, он разломался. Вот смотрите, что внутри. Реально присутствуют кусочки Орео. С этой, с белой начинкой. Пробуем. Это очень вкусно. Это как шоколад с кусочками Орео. Шикарно. Очень вкусно. Всем советую. Вот такой батончик. Это был обзор на батончик Милка и Орео. Коллаборация вкусов. Очень вкусно. Ставлю 10 из 10. Крепкую. Десятку ставлю. Ну все. В принципе, чего? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Спасибо вам за просмотр. Всем удачи и пока.